вдохновить на трудовые свершения. В пятницу в центре «Перспективы» прошел конкурс «Агитбригад. Есть такая профессия». Школьники города презентовали преимущества самых разных сфер деятельности. Рассказывали и показывали, чем занимается учитель, военный, архитектор и репортер. Ребята показывают нам профессии различного характера, которые им нравятся, которые они хотят популяризировать, чтобы люди их увидели и заинтересовались ими. В основном это, конечно, рабочие профессии, потому что на них сейчас маленький спрос у будущих студентов, поэтому ребята постарались их представить в новом виде. Из 19 команд победит та, которая лучше всех сумеет, демонстрируя особенности профессии, увлечь, зажечь публику и жюри. Для достижения цели ребята использовали все методы. Готовили театрализованные представления, исполняли песни и разучивали танцы. Некоторые команды представили сразу несколько профессий. Мы представили 5 работ. Я повар была. Эта профессия очень важна. Повар готовит разные блюда и может украсить любой праздник. В театральном представлении школьники доказывают, что все профессии нужны и важны. Архитектор предложил проект. Строитель смог построить дом. Швея помогла всех одеть, врач преодолеть болезни. И пусть ребята еще только в среднем звене школы, они уже твердо решили, кем станут в будущем. А моя профессия полезна тем, что я лечу людей. У меня мама, папа и бабушка с маминой стороны врачи, и мне тоже очень хочется стать врачом. Организаторы рассказывают, у проекта большое будущее, а гид-поезд профессий проедет по всем образовательным учреждениям города. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.